Да, да, но исключение что же бывает? Я ж там не атаковал. Давайте, Е4. Е4. Две стоны берсерки. Надо догонять, надо вливаться. Поток. Кстати, не посмотря, сколько там лидерборд. 10, наверное. Нет, вернулся. Я думал, сейчас мне подарочек будет. Думаю, сейчас подарит немножко. Так, давайте сюда. Сюда, сюда, да. Давайте Д3. А6, конь F3. Е4, ДС. А, сюда пошел. Интересная линия. Рокировка. Рокировка, рокировка. Поле Е4 взял под контроль. На разметчик поставил. О! Это я удачно зашел с берсерком сюда. Тут какие-то подарки делают. Как там говорят, донаты, да? Давайте сюда. На пешку навалился. Он говорит, ничего подобного. Съесть, наверное, нельзя, да просто ушел. Я просто побоялся, что если я съем, он где-то в конце варианта ферзь c5 выкрутится. Шахнет. Одна лишняя, минута времени, правда. Так, сюда быстро. Сюда, может быть, ввозить, да? Давайте сюда. Может, f3 просто. Почему нет? Хочу f3, да и все. Что-то соперник неважный. Как у него вообще 200? Откуда у него 200? Почему у него 200, да? Вообще не знаю. Почему у него 200? Так, так, хочу. Врезать просто. Слон d5 пока контролирую, вроде все. А, вот так хочет меня крутануть, да? Так или так, как лучше, кто знает. Что-то я растерялся на секунду, а время-то тик-так. Давайте конь сюда. Пока не работает, вроде могу съесть на ладья g8, конь f6 крутануть. Даже можно примувчик воткнуть. Ага, сюда, да? Или не надо? Как-то хочется обезопасить себя, но может быть не точно. Ладно, ушел. Время-то тикает. Это противно, что оно тикает. О, вот так вот просто, да? Так, я мат просмотрю. Чуть мат не зевнул. Так, усилил. Ничего себе, сейчас бы зевнул матецки просто. И тайминг-то вообще маленький. Да, Шотландия не вышла. Тут не Шотландия, тут что-то другое. Так, защитил во всякий случай. Защитил. Съел. Секунд. Сюда. Забрал. Шел. Уже 4. Так, H3 сюда. Убрал пешку из-под боя. А, зашел за его пешками. И пошла такая пьянка уже. Рубка до последнего, да? Надо ускоряться. На пешечку напал. 6 секунд, да? На всякий случай заблокирую. Кстати, там это, он же не сыграл так.
Что-то я думал, в другую сторону побежит. Так, ну адреналиново, да? Чудом, чудом выкрутил. Надо глотнуть даже.